работа Госдумы сегодня уже традиционно началась с обсуждения ситуации на Украине и заявления Киева о начале широкомасштабной спецоперации на востоке страны. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня нашел свой способ выразить позицию по этому поводу. Он сменил яркий пиджак и бабочку на военную форму и берет. Это, по его словам, ответ на то, что действующая власть на Украине переоделась в камуфляж. Вот вам для чего был сделан Майдан. Не коррупцией он боролся. Люди вышли с коррупцией бороться за честные выборы, за смену власти. Нет. Майдан организовали США. Вот чтобы началось то, что началось этой ночью. Вот это надо, чтобы в Европе запахло порохом. Чтобы можно было под это дело резко увеличить бюджет. Начать торговлю в кабинетах. Народ пусть в могилах лежит, шумит на Майдане. Стоят там в огородах, кулаком грозят. А в кабинетах брюссельских, вашингтонских и иных будут договариваться, как поделить Европу. Как не начать Третью мировую войну.